Ого! Я слышала стрельбу. Что случилось? Цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет и с нами. Ты же профи. Я просто иду за тобой. Сюда. Поживей. Куда мы идем? Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Товар вы по туннелю таскаете? Да. Типа контрабанду? Иногда. А детей водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦКАД подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму. И она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично! Супер. Пришли. Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Часы разбились. Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Здесь так темно. Там что, еще хуже? Хуже? Зачем вообще это нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин? Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Тебе не кажется странным, что Марлин выбрала нас? Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье
У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Идем. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Если все пойдет по плану, мы дойдем через пару часов. Давай договоримся. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Лезь, посмотри, что наверху. Стойте! Впереди патруль. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Я за кордоном. Вот сюда. Так, без глупостей. Но... Вставайте на колени. Сканируй, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Мы хорошо заплатим. Заткнись. Как все задолбало. Угу. Скоро они? Пара минут. Простите! Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Вот зря. Смотри. Охренеть. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Я тебе не верю. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! За мной. Быстро. Соберись, Эля. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И бегом. Бегом, бегом!
Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Черт подери, сколько солдат. Солдаты, вон там. Да вижу, вижу. Похоже, прорвались. Проверить траншеи. Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда? Пригнись, а то заметят. Ну, Эли, зачем? Что видишь? Тут все тихо. А что впереди? Пока ничего. Ясно. Что впереди еще? Слышал, они положили свои ставки. Гребаные стеклянки на стену. Скоро мы до них доберемся. Пошли, пошли! Здесь есть проход. Черт, опять патруль! Пригнитесь! Как же их тут много! Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Жесть. Где же ты, черт возьми? Эй, ты слышал? Пусть на стекло. Есть идеи, куда нам? Не знаю, город. Секунду. Куда она ведет? Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Ну как? Вроде можно пролезть. Стоп, стоп! Опять солдаты. Цель не обнаружена. Вернуть поиски и явиться в сектор один. Нас пока не видят. Не лезем на свет. Тесс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Возвращаемся к стене. Был приказ. Крутимся. Пошли, пошли. Вперед. Все, свалили. Какой у нас план? Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам.
Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Сюда. Пойдем через центр. К рассвету будем у Капитолия. Надеюсь.